Экибастузские шахматисты вернулись с чемпионата Западной Азии, который проходил в Кыргызской республике с 30 июня по 10 июля. Участие в нем приняли юноши и девушки от 6 до 18 лет. 280 игроков приехали на чемпионат из Казахстана, Индии, Кыргызстана, Омана, Шри-Ланки, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Бангладеш. Жуманбаева Алия заняла 3-е место по быстрым шахматам. Вообще этот чемпионат проходил в 3 дисциплинах. Это классические шахматы, рапид и блиц. Наша землячка Жансая Жанкараева начала заниматься шахматами с 5 лет. Несмотря на то, что сейчас ей всего 9, она успела показать свое мастерство на различных чемпионатах. Это была моя 3-я поездка за границу. Я была еще до того в Индии, играла на чемпионате Азии до 20 лет. Была в Батуми, играла до 8 лет. И вот поехала на чемпионат Азии в Кыргызстан. Я заняла там 2-е место по классике командной и 3-е место по быстрым шахматам. Все юные шахматисты, занявшие призовые места в соревнованиях, являются воспитанниками шахматного клуба Chess King. Сегодня в этом клубе занимается около 70 детей. Руководители стараются не оставлять юных шахматистов в стороне от крупных чемпионатов.